Мне кажется, что сейчас еще не до конца люди, общество, политики осознали остроту проблемы с водой. Пока еще немножечко такое отношение к воде, да, у многих политиков, да, во всей Средней Азии. Как говорил Людовик XIV, «après nous le déluge» – «после нас хоть потоп». Но потопа не будет, потому что потоп – это вода. А можно сказать, что мы можем сказать по-другому, «после нас хоть пустыня». И здесь я очень боюсь, что только тогда, когда действительно воды начнет остро не хватать, тогда и договорятся, наверное, или это в лучшем случае, а в худшем случае может возникнуть очень острый конфликт, военный конфликт даже. Но это пока просто нет осознания у людей, что исчезновение воды, что изменение климата, это может затронуть их жизнь вот сейчас непосредственно. И какая-то, даже если возникнет организация, ну, организация есть. Вот сколько лет существует организация «Фонд спасения Арала». Люди шутят, что на конференциях, посвященных спасению Арала, выпито столько воды, что если ее бы перелить в Арал, уже бы Арал наполнился. Так что если сегодня возникнет такая организация, боюсь, что она, это будет очередная бюрократическая структура.